Между тем, первые дни летних каникул в Кызылординской области начались с трагедии. За неделю сразу трое несовершеннолетних детей утонули в различных водоемах. Тело еще одного ребенка водолазы ищут уже вторые сутки. Официально купальный сезон в регионе стартует 1 июня, но уже неделю в области невыносимая жара за 40 градусов. Несмотря на запреты честников, люди спасаются от палящего зноя купанием. На территории области 220 каналов, 207 озер, из них 64 участка определены как опасные. Бил солбасным берем. С начала года зафиксировано 13 несчастных случаев на воде, погибло 8 детей. По сравнению с прошлым годом, смертность несовершеннолетних выросла на 25%. Наши бригады спасателей ищут тело ребенка, упавшего в канал Байкадам 25 мая. Пока безрезультатно. Мы продолжим поисковую операцию на воде, пока не найдем мальчика.